Сейчас мы смотрим, проходим по само полотно непосредственно. И вот полотно показывает 6 метров 100 миллиметров. По смете ширина автомобильной дороги между Некрасовкой и Вишневкой 6 метров. Соответствие реальности и проекта с помощью курвиметра проверяет представитель общественного совета Хабаровского района. Протяженность всей дороги 8,5 километров. Ремонтировать ее начали в 2018 году. В этом сделали еще 1,5 километра. Участок этот был проблемный на самом деле. Проблемный был в том, что здесь когда-то до этого лежали плиты. Вот эти плиты, значит, теряли соосность между собой, расходились, и тяжело было за ними ухаживать, потому что это подразумевало полное, значит, поднятие плиты, обустройство подушки под ними. По просьбам жителей железобетонные плиты демонтировали, скальником отсыпали подушку, уложили 2 слоя асфальта. По бокам трассы обустроили кюветы, где необходимо, проложили трубы для отвода воды. Водители сейчас не нарадуются. Говорят, раньше здесь можно было легко слететь с дороги. Мягкая дорога, что можно уехать хоть куда. Если еще разъезжаться начинаешь, то опасно вообще уехать куда-нибудь. Очень хорошая дорога, лучше, чем было с плитами. Ездила сюда часто, у меня сын тут работал, и это приезжала к нему. Все нормально сделали, всем спасибо большое. В Хабаровском районе в этом году отремонтировали 27 дорожных участков общей протяженностью 16 километров. Стоимость работ – 240 миллионов рублей. Благодаря сэкономленному времени подрядчики работают с опережением. Мы приступили к выполнению ремонтных работ уже следующего года. То есть на следующий год это у нас запланировано 23 объекта. Все подрядчики, это их у нас 3 компании, вышли уже и ремонтируют дороги. Планируем мы, ну, порядка 10-12 объектов точно, половину объектов выполнить следующего года, в текущем году. Наталья Чернышова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.